Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале Pixelman, и сегодня я буду затестировать новый свой перманентный маркер. Ну, конечно, вот набор, 12 штук. Вот, недавно купил. И сегодня я его протещу на вот таком вот рисуночке, буду рисовать вместе с вами. Буду сегодня не по крестикам рисовать, а обычно, потому что этот рисунок очень простой. Не думаю, что его нужно рисовать по клеточкам. Так. Приступаем рисовать, собственно говоря. Так, а тут вот от самого начала рисуем 6 клеточек. Вот тут я буду рисовать 6 клеточек. Ну, слушайте, ну классно пишет маркер, реально. И длинный, смотрите, какой. Тоже центропин маркер. Вот, потом дальше рисуем 5 клеточек. Потом 2 клеточки. Потом тут одна клетка. И сверху еще вот тут одну клеточку. Вот, потом мы рисуем... получается 3, а нет, 5 клеточек мы рисуем вот тут вот сверху, вот так вот, вот так вот 5 клеточек, потом вот тут вот одну клетку, вот сюда 2 клетки и еще раз одну клетку. А там 3 клетки. Вот сюда рисуем. И вверх 2 клетки. Вот так вот. 2 клеточки. Давайте вот тут вот. Потом 2 клетки рисуем от 2 клеток. Вот тут вот 3 клетки. Потом вот так вот рисуем. Вот такой вот. Прямоугольник, ой, не знаю, как называется эта форма. Потом рисуем еще раз вот тут вот, уже вниз переходим. 5 клеток. Вот так вот. Потом 2 раза по 2 клеточки по горизонтали вниз. Потом вниз вот так вот 2 клеточки идем. И 4 клеточки вниз. Идем. Так. 4, потом давайте еще 2 клеточки вот тут. Нужно поставить. Потом тут 2 клетки. А тут вот одну. Мы рисуем руку нашего блю. Потом оттуда 2, потом еще раз 2, потом 3 клетки, вот так вот, потом 2 клетки и 3 клетки, вот так вот. Это довольно большой рисунок, но он достаточно легкий, главное тут не ошибиться. Потом рисуем 4 клеточки вниз. Потом 2. Так, 2. А, нет, 3. Вниз. Потом 4 вниз. Вот так, что-то я туплю немножко. Потому что рисунок далеко. Потом 2 клеточки вот так вот. Вниз. И одну еще. Потом 3 вот так вот клеточки. Тут одну клетку. Потом 4 клетки вниз. И еще 4 клетки вниз. Вот пока что у меня получается. Заскриншотьте.
Можете нарисовать. Видите, сам даже не умещается. Вот, что у меня пока получается. Так, теперь отсюда отступаем 4 клетки. Да, вот. Вот, сейчас я вам покажу. Вот от этого угла отступаем 4 клетки. И рисуем... Тут 4. Тут 3 клетки. Вот. Потом тут рисуем еще раз 2 клетки. Тут 1. А тут 2. Вот. Потом находим вот эти вот 2 клетки. Рисуем тут 1 клетку. Так, тут 2, и тут 1, это первый глаз нашего бью. Потом сюда пускаем 1 клетку, рисуем 2, вот тут. Потом рисуем квадрат из 4 клеток, и тут 1 клетку. Вот так вот. Вот у меня что получилось. Из этого маркера. Так, закройся. Вот теперь мы это все дело разукрашиваем. То есть контур разукрашиваем. Так, ребятки, я сделал вам так, чтобы было удобней мне и вам. Вот. Впрочем, берем маркер и разукрашиваем наш контур. Ждите вторую часть.